Хай, желает успеха тебе, Макс Вехал. CyberMax Digital представляет первая копия для родослова. Он собирает аудиодиски от моего издания специально для него. Ну, пока для него. Потому что пока что это CyberMax Digital, это первое, так сказать. Это вот 2018 год. CyberMax Digital 058. Ну, тут 2017 год написано, потому что я в том году его спланировал делать. Вот так. Сейчас это играет компиляция Higewild. Я в предыдущем своем выпуске от CyberMax Digital показывал. Max TV Series также показал. Этот диск, ну еще раз покажу, вот он, вышел на Culminus Records, тут только его, Higewild, да, как кавер-версии, ну сейчас играет кавер-версия на Torn Apart, The Rolling Winds, вот, вот тут, значит, в этом альбомчике, получается, Higewild, Stereo Beacon, The Rolling Winds, две демо-версии, это кавер-версии на Torn Apart, The Rolling Winds, студия, трек вот этот сейчас играет, и You Look After Me, The Rolling Winds, это версия там родослов на соло-гитаре еще исполняет, соляки прикольные. И, ну, и, естественно, на всех песнях родослов на вокале, да. И Torn Apart в оригинале, Stereo Beacon, вот. И The Rolling Winds, оригинальная версия. Ну и вот же играет кавер-версия, да. На Rolling Winds. Вот. Вот уже тут. Вот так выглядит мой этот самый издание. CyberMax Digital 058. Вот Torn Apart. Higewild, тут знак лейбла. Вот. Сегодня будем писать все до словом. Партию вокалов в стиле Cold. На проект там один есть у меня. В стиле Cold. Такой дремучий, первобытный звук. Барабаны дремучие, первобытные. А-ля там конец 80-х годов. Вот. Ну, вокал скрим будет там, естественно. Так что вот. Рекомендую прослушиванием. Сейчас тут, кстати, солячок будет. Мой. В моем исполнении. Вот так вот выглядит обложечку. Я сам делал обложку. Разрабатывал дизайн, все сам. Ну, распечатал, естественно. То есть я не делаю там заказы там по 500 штук, чтобы они потом лежали. Вот там есть вот тут, вот, это слово проект Бетула, блин. Ну, вот я его выставил на Уликсе на продажу. Вот. Смотрю, просмотров там вообще там 20-30 просмотров. Я, блин, вот это выставляю там, Torn Apart, у меня там было 200 просмотров, 300. Ну, не покупали тоже, да. Ну, но все равно просмотров-то больше. Вот. Хотя покупали, только не Nolix, естественно. Покупают в основном в электронном виде. В формате Wave, флаг. Ну, Wave. Я сейчас Wave делаю только. Флаг не делаю. Такое покупают, да. В таких версиях это же CDR-ки получается. CDR-ки особо сильно не пользуются спросом. Ну, хотя вот Бетула тоже, ну, что там, тираж 500 штук. Дешевым, тю. Купила там 30 фанатов и все, остальное все лежит, весь тираж, 100%. Вот, кстати, солячок играет домой. Так что я делаю только на заказ. То есть матрица есть, все есть, как бы и запись матричная есть. Ну, моя ж CyberMax Digital Records. Вот. Сам издат, да. Не завишу от никаких там нюкер-бластов,
где надо подписывать контракты какие-то с дьяволом, блин, в виде лисе всяких непонятных дармоедов, жуликов и паразитов, которые, блин, используют музыкантов, как коров доит, блин, все соки выжимают. Вот. А тут сами сдаты, все. Сам себе хозяин, блин. Все классно. Так что, музыканты, если вы смотрите этот ролик, то знаете, что прежде чем подписывать контракт с крутыми лейблами, подумайте, стоит ли себя в рабство, в кабалу отдавать. Все, пока-пока.